Всем привет! С вами 3D News, и сегодня вы познакомитесь с новейшим ультрабуком Asus ZenBook 13 UX 333FN. Само определение ультрабук уже говорит о том, что мы имеем дело с компактным мобильным компьютером. Однако ZenBook 13 выделяется даже на фоне своих собратьев. Инженерам Asus удалось, кажется, сделать невозможное. В сравнении с прошлым поколением новый ZenBook 13 стал короче на 14%. Достичь такого результата производителю удалось за счет экрана Nano Edge. Он занимает 95% площади крышки ноутбука, ведь толщина боковых рамок меньше 3 мм. Так что перед вами по-настоящему безрамочный мобильный компьютер. В продаже вы встретите модель не только серебряного цвета, но и синюю версию ZenBook. Компьютер собран в полностью металлическом корпусе. При этом ZenBook 13 очень легкий. Устройство весит чуть больше 1 килограмма. Все модели серии ZenBook соответствуют военному стандарту надежности. Тестирование устройств включало в себя проверку в самых суровых условиях. На высоте, при экстремальных температурах и влажности. Экран ZenBook 13 выдает изображение хорошего качества, как говорится из коробки, благодаря полноценному цветовому охвату в 100% sRGB. Дисплей обладает высокой контрастностью 1150 к 1 и яркостью 255 кандел на квадратный метр. Так что им удобно пользоваться как днем, так и ночью, а высокая контрастность дает более глубокое погружение при просмотре фильмов. Превосходные характеристики самого экрана дополнены эксклюзивными технологиями Asus, такими как Splendid и True 4Life Video. Они служат для оптимальной настройки параметров дисплея под различные типы отображаемого контента. В конструкции ZenBook 13 используются довольно тугие шарниры ErgoLift. При открытии крышки основание приподнимается на 3 градуса. Такой трюк обеспечивает больший комфорт для пользователя, создает дополнительное пространство для циркуляции воздуха и способствует получению более чистого звука с мощными басами. При толщине в 17 мм ультрабук оснащен двумя полноценными портами USB А-типа и видеовыходом HDMI. Также на боковых сторонах ZenBook 13 расположены 3,5-мм гнездо для подключения наушников, карт-ридер и очень быстрый разъем USB 3.1 C типа, пропускная способность которого достигает 10 гигабитов в секунду. Встроенный модуль Wi-Fi обладает максимальной пропускной способностью до 1734 мегабит в секунду. Есть и поддержка Bluetooth 5.0. В комплекте с ультрабуком идет переходник для подключения Ethernet-кабеля. Опционально Asus ZenBook 13 комплектуется уникальным цифровым блоком NumberPad. Он встроен в тачпад и может играть роль цифрового клавиатурного блока для быстрого ввода чисел. Сама клавиатура удобная. В ZenBook 13 используется довольно распространенный ножничный механизм. Ход клавиш составляет 1,4 мм. Привыкать, правда, недолго, придется только к расположению кнопок Home, End, Page Up и Page Down, которые совмещены с F9 и F12, а также к крохотному правому шифту. Зато у клавиатуры удобные Inter, Shift, Tab и Backspace. Предусмотрена подсветка белого цвета. ZenBook 13 — это один из первых ультрабуков, в котором используется новейший процессор Whiskey Lake. Новые чипы получили более высокие тактовые частоты. Так, частота обновленного Core i7 достигает 4,6 ГГц в легких режимах работы и 4,1 ГГц при загрузке всех ядер. Наши тесты показывают, что ZenBook 13 опережает другие ультрабуки в среднем на 10%. На наш взгляд, Whiskey Lake отлично справляется с задачами, связанными с обработкой фотографий и видео, а также с рендерингом графики. В продаже вы найдете версии ZenBook 13 с мобильной графикой GeForce MX 150. Этот чип в 4 раза быстрее встроенной графики Intel и позволяет играть в нетребовательные игры уровня Dota, танков, Counter-Strike и даже GTA 5 с использованием средних настроек качества графики. В продаже есть модели с 8 и 16 гигабайт оперативной памяти. В ультрабуке может быть установлен очень быстрый твердотельный накопитель объемом 256, 512 и даже 1024 гигабайт. Скорость чтения и записи таких устройств переваливает за 1000 мегабайт в секунду. В ультрабуке используется литий-полимерный аккумулятор емкостью 50 Вт-час. По внутренним тестам производителя ноутбук может продержаться 14 часов. По нашим — больше 8 часов в режиме веб-серфинга при высокой яркости экрана. Автономность ZenBook 13 смело можно считать очень хорошей. В принципе, брать с собой зарядное устройство нет никакой необходимости.
Все ультрабуки Asus ZenBook поставляются с предустановленной Windows 10. Разблокировка операционной системы осуществляется посредством идентификации лица, технологии Windows Hello. Управление различными функциями доступно при помощи голосового помощника-ассистента Cortana. Что мы имеем в итоге? Модель Asus ZenBook 13 UX333FN — это сверхкомпактный, но при этом производительный и функциональный ультрабук. Устройство долго работает от встроенной батареи, а потому окажется, пожалуй, идеальным спутником любого человека, чья жизнь немыслима без компьютерной техники под рукой.